Уважаемые коллеги, при рассмотрении вопросов сегодняшней повестки дня прошу участников совещания обратить внимание на следующее. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что объекты транспортной инфраструктуры и транспортные средства продолжают оставаться приоритетными целями международных террористических организаций. Поэтому создание подразделений транспортной безопасности является одним из ключевых звеньев в системе мер по защите транспортного комплекса и требует первоочередного внимания не только со стороны федеральных агентств по видам транспорта, контролирующих органов, но и субъектов транспортной инфраструктуры. В ходе проведения мероприятий по оценке эффективности антитеррористической защищенности объектов транспорта отмечается ряд негативных факторов, а именно планы обеспечения транспортной безопасности железнодорожных станций и вокзалов реализуются не в полном объеме, снижен контроль за состоянием железнодорожных путей вследствие несовершенства нормативных правовых актов, регламентирующих порядок обеспечения текущего содержания путей, а также в связи с проводимыми в РЖД мероприятиями по оптимизации кадровых ресурсов. Не везде проведена аттестация сил обеспечения транспортной безопасности. Досмотровое оборудование практически не эксплуатируется, либо вообще отсутствует. Видеонаблюдение на постах управления транспортной безопасности не ведется. Отсутствуют ограждения, препятствующие проходу посторонних лиц, а также средства принудительной остановки транспорта. Не обеспечивается передача данных в автоматизированные базы персональных данных о пассажирах и персонале транспортных средств. На многих объектах транспортной инфраструктуры не предусматривается использование адерологических способностей служебных собак для выявления запрещенных для перемещения предметов и веществ. При этом контроль за устранением выявленных причин и условий, создающих угрозы, ведется слабо. Представление контролирующих органов об их устранении хозяйствующими субъектами исполняются формально. Как правило, устраняются недостатки, не требующие финансовых вложений, а затратные мероприятия игнорируются.